Район большой, более 220 населенных пунктов. У нас есть в Гусевице дом ткачества. Не буду пока озвучивать, есть хорошая идея, как немножко нам его продвинуть, именно вот ткачество. Впереди у нас будет столетие нашего района, мы, может быть, к этому приурочим определенные мероприятия, чтобы развивать вот то, что делали наши деды, прадеды, чем занимались, и именно народное творчество, ткачество продвигать максимально, чтобы наши дети перенимали то, что делали наши дедушки и бабушки.